городе живем, ты и я. Что особенного в нем, говоря? На земле получше есть города. Может, есть, а только тянет сюда. Все здесь близко, все знакомо, от Покровки до Затона. На скамейке у Личиного мы сидели до утра, где шумит за парапетом Енисей зимой и летом. От причала теплоходы держат путь на севера, где шумит за парапетом Енисей зимой и летом. От причала теплоходы держат путь на севера. В Николаевке осела родня, и на взлетке есть друзья у меня. Да пожалуй, что в районе любом я найду с кем посидеть за столом. Все здесь близко, все знакомо, от Краснец до Копылова. На скамейке у Речного мы сидели до утра, где шумит за парапетом Енисей зимой и летом. От причала теплоходы держат путь на севера, где шумит за парапетом Енисей зимой и летом. От причала теплоходы держат путь на севера. Хорошо порощет тут городке, прогуляться иногда налегке. А на стрелке в летний зной острова приглашали нас не раз и не два. Все здесь близко, все знакомо, от Краснец до Копылова. На скамейке у Речного мы сидим до утра, где шумит за парапетом Енисей зимой и летом. От причала теплоходы держат путь на севера, где шумит за парапетом Енисей зимой и летом. От причала теплоходы держат путь на севера. Ну, конечно, Красноярск не Париж, да и с Питером его не сравнишь. А я и сравнивать ни с чем не хочу, я всегда сюда на крыльях лечу. Все здесь близко, все знакомо, от Покровки до Затона, до Скандинавии.